Это не бог, это, похоже, сам черт несет, ё-моё. Да стойте вы, бестолочи! А теперь спокойно, без резких движений, положьте на колени подорожный и поднимите руки до горы. Да тут и горы никакой нет. Ты что это, голубчик? Я тебе не карбонарий какой, я коллежский советник. У меня в Санкт-Петербурге... Считаю до трех. Да что же это такое, господи? Почему до трех? Да потому что он больше не умеет. Так что вы, барин, поднимите ручки-то. Сделайте одолжение, не убудет чая от вас. Ну-ка ли так? Извольте. Чичиков. Чичиков. Павел Иван. Помещик. Со своим дворовым человеком Селифаном. Следует по своим надобностям. Да, по своим. Мне, знаете, чужие надобности, без надобности. Да. Проезжайте. Пошел. Сам ты пошел. Но, любезный, но. Русь. Пустынно и ровно все в тебе. Непременно торчат среди равнин невысокие твои города. Ничто не обольстит и не очарует взор. Но какая же непостижимая тайная сила влечет к тебе, что пророчит сей необъятный простор. Здесь в тебе ли не родится беспредельной мысли, когда ты сама без конца? Здесь ли не быть богатырем, когда есть место, где развернуться и не пройтись им? Какая сверкающая, чудная, незнакомая миру даль. Друг вы мой разлюбезный, Иван Никифорович. Два дня не видались, уж вся душа истосковалась. Ну, и как у вас в гостинице? Хорошо ли все идет? Да, слава богу, пока все хорошо. И что же, много проезжающих? Как собак нерезанных. Ага. А это же мой любимый фрак. Ты как его повесил? Болван. Ты расправь аккуратно и щеточкой освежи. Да не этой чушка ты проклятый, это для волос. Я ты только у себя волосы-то нашел. И не это для зубов. Ты. А вы, я смотрю, приезжих не больно-то жалуете. А чего от них хорошего? Одна он грязь да беззаконие. Едут и едут, дьяволы, город-то не резиновый. Да еще и не платят неделями, шаромыжники эдкие. Ну что, я не таков, я... Вперед могу заплатить. Да, вперед, если желаете, конечно. Желаюсь. Очень даже желаюсь. Нет. Это, пожалуй, многовато. Для задатка, да, многовато. Можно и помельче. И вовсе даже и не многовато. Вы посмотрите, мебели какие. А вид из окна прямо на храм. Ну да, но это натурально меняет дело. Коль на храм. Ну вот, теперь куда ни шло. А то... Сосед ваш, господин Хлестаков, тоже гоголем этаким въехал. Так вот уж, почитай, месяц задарма живет. Да еще съемки каналия требуют. Скажите-ка, любезно, не было ли в последнее время каких болезней у вас в губернии? Ну там, повальных горячек, или лихорадок, или вот хорошо бы оспы. Что? Как можно-с? Это раньше бывало, при прежних, то есть правителях-то, а при нынешнем губернаторе ни-ни. Дай ему бог подольше в должности оставаться. Ну, случился тут недавно ураган, так это ж глупая природа. Что с нее взять? Не было, значит, болезней. Ну что ж, на все, божьей воле. Так вы говорите, губернатор достойный человек? В высшей степени достойный. Умница, добряк. Он даже иногда вышивает. По тюлю. Какую по тюлю? По тюлю.
А с виду не скажешь, что по тюлю. А вот так тебя. А вот так. Вот так. А вот так. Вот так. Вот так. Спасибо, ваше превосходительство. Спасибо за науку. Так его, ваше сиятельство, так его шельму. А что толку-то? Ее, значит, любит. Господин Бобчинский, не мешайте. И вы потише, господин Бобчинский. Продолжайте, ваше превосходительство, продолжайте. Да погоди ты. Уморился я, понимаешь. Ай, хорошо тебе, молодому-то. Ах, папа, вы совсем себя не бережете. А вы тоже хороша, Анатоль. Только об своем удовольствии думаете. Позвольте, ваше сиятельство, представиться. Коллежский советник Чичиков. Ну, входи, значит, раз уж приперся, понимаешь. Будучи впервые в здешних краях, должен признать со всей откровенностью, в вашу губернию въезжаешь как в рай. Да-да-да-да-да, как в рай. Всюду-всюду видны следы. Какие еще следы? Следы мудрого руководства, ваше сиятельство. Какие дороги! Бархатные, натурально бархатные. Папа, он, кажется, совсем не глуп и довольно мил. Ну, насчет мил не знаю, но галстук у него по последней моде. Да и в уме ты права, Машири, не откажешь. Прошу вечером ко мне, у нас, понимаешь, запросто, без чинов. Можно, а вдруг мне стрелять случится? Господь с вами, Иван Никифорович. Вы же стрелять-то не умеете. А я вам за него бурую свинью, там, большую такую, вкусную. Как же вы в самом деле, Иван Иванович, даете за ружье черт знает что такое? Свинью. А чего же моя свинья черт знает что такое? И это просто нонсенс какой-то, Пульхерия Ивановна. А чего вдруг такая, я извиняюсь? Тяжесть в животе. А вы еще что-нибудь скушаете, Афанасий Иванович? Вот хотя бы тех стерлядок. Ну, не знаю, Пульхерия Ивановна, будет ли оно хорошо. Впрочем, раз еще только попробовать. Вы уж простите великодушно старого дурака. Ну что вы, какой же вы старый. Какой, однако, превосходный человек ваш губернатор. Губернатор, превосходный человек. Да, не правда ли? Первый разбойник в мире. Как? Губернатор? Разбойник? Лицо у него разбойничье. Дайте ему только нож. Пустите на большую дорогу. Зарежет и глазом не моргнет. Впрочем, мне более всех нравится вице-губернатор. Характер прямой и лицо открытое. Мошенник, продаст, обманет, да еще и пообедает с вами. Фамилия у него Нос. Странные, правда, фамилии. Да я их всех знаю. Все мошенники, все крестопродавцы. Один только и есть порядочный человек, прокурор. Да и тот, если сказать правду, свинья. А кто вот тот молодой человек? Это новый предводитель дворянства. А где старый? Старого съели. То есть как съели? Обыкновенно съели, вернулись. Нос, я, пожалуй, поеду. Было очень приятно беседовать. Собакевич. Кто? Я Собакевич. Генерал в отставке, русский, не привлекался, французский со словарем. Что вы такое сказали, Иван Никифорович? Я сказал, что вы похожи на гусака, Иван Иванович. Да как вы смели, сударь? А позвольте представиться, Манилов, здешний помещик. Чичиков Павел Иванович, наслышан, премного вас наслышан. Простите, не расслышал. За Манилов? Нет, Манилов. Я, собственно, раньше был Назарбаев, но для благозвучности сменил на Манилов. Звучит действительно приятно для слуха. Так говорите, вы помещик?
И много у вас душ? Много, хотя раньше, конечно, больше было. А болезни, знаете, то все. Да и в пруду сколько утопло. У меня ведь большой пруд, больше всех губерний. Любопытно было бы взглянуть на ваш пруд. Это такая честь для меня будет, такое счастье. Вот прям завтра и приезжайте, я как раз в новый дом переселяюсь. Не знаю, право. Обещайтесь непременно, что приедет. Обещайтесь, что непременно приедет, непременно. Ну, коли так, извольте. О, мама ты мили, рада ромалы, поехали, чавел. В чистом поле. Васильки. Ой, ой, и дальняя дорога. Сердце стонет от тоски. А в глазах тревога. Эх, раз. Да еще раз. Да еще много, много раз.